Ну что там? Привет. Привет. Вы что-то взяли там? Пока ничего. Кепочки, смотри. Ну, я думаю, тут нечего ебать. Нет, тут все очень классное, но дорогое. Ну да. Там маечку я смотрела обычно 30 с чем-то долларов. Это я есть, правда, самая взял простая. Такую игуану, только она стоит 350. А ну покажи, какая игуана. Ну просто, да, это из дерева сделано? Ну как я там? Мам, смотри. Ленивец, да? Типа ленивец, да. О, вы сделали уже? А что она согнулась? Ну, это покажи. Я просто. А, ты согнул? Ага. А ну покажи мне, пожалуйста. Хочешь, я обладно? Да, да. Мы делаем монетки вот такие. Начинаем. А у тебя кто нарисован, Сэм? 50 центов и 1 цент. Куала. И получается... Отойди. Куала? Сэмчик, отойди. Покажи, сынок. Куала. Ну-ка. Ничего не видно, правда. Так. Ага. Красивая, держи. Что? А ну покажи. Так подожди, а что она одинаковая? Пап, ты на элку? Ты одинаковая, да? Ну ничего, держите, это в память будет о зоопарке, это такая маленькая память. Так, Максиму вот такое понравилось, ленивец. Он сделан из камня какого-то. Макс, сколько это стоит? Макс, 305 долларов, ребят. Там тигр, а, вот, это, да. Слон, ленивец, горилла, угу. И лев. Смотрите, ну красиво, да, так поставить куда-то, задекорировать дом, да, свой? Нет, можно мне коалу? Коалу? А где коала? Ты где-то видишь ее? Это из проволоки сделано. Где? Смотри, лев из проволоки. И, между прочим, 59 долларов. Ну что, футболочки почем здесь? 21 доллар такая. Может, Самуилу купим? Смол, смол. Так, а какую ему лучше купить? На сколько это лет у нас? Просто смол или медиум написано, и все. Может, вот такую, медиум? Да. Да, возьми. 21 доллар. Не будет большая на ней? Главное, чтобы не маленькая, да? Да. Так, одну такую возьмем. Лизочка, давай выберем тебе футболочку какую-то, давай. Я знаю, срочно. У них есть туалет? Ну, давай посмотрим. Футболочки очень красивые. 22,99. Такая красота. Так, такая вот. Ну, ладно, это уже с вещами мы потом. Пойдем дальше по зоопарку. Куплю Сэмушке одну футболку сейчас, а Лизе, может быть, позже потом. Вот эти мне понравились очень вещи. Я уже снимала в прошлом видео. Смотрите, какая красота. Так, что-то я смотрела цену. Вот они, 29 долларов стоят такие. Слоник 600, кстати, вот 600 долларов. Мам, я пытаюсь поесть, да. Угу, мы одели Самуилу уже футболочку. Так, ну, 26 декабря, Майами, зоопарк. Здесь кафешка, людей очень много. Не знаю, как видно вам, ребята, мне кажется, очень
очень ярко все. Солнце яркое в Майами. Это кафешка, да? Это за едой. Хорошо, что мы уже купили заранее еду, накормили всех. Вон можно взять такие велосипеды похожие и кататься на них. Может, берем такие? Где гид водит? Не, просто продали. А как продали, как понять? А там было написано выписка. А, уже написано, что все продано. Ха! Быстро они. Вот такие велосипедики, видишь? Люди катаются на них. Едут и рассматривают. А мы пешком будем ходить. А так бы папа крутил педали с Костей, например. А мы сидели бы. Да-да. Да, не знаю, сколько они стоят, правда. Я думаю, сюда тоже надо приезжать дня на 2-3 в зоопарк этот. Так просто не пройдешь, наверное, быстро. До 4 часов, а мы приехали, уже 12 был. О, вон тигр, вижу. Да. Здесь надо с серьезными пушками ходить. Да. Так, Сереж, ты смотри за детьми, потому что я снимаю тут все. И куда он исчез? А, вон он идет. Вот он, смотрите, грациозный какой. Какая красота. Хозяин. Хорошая киса, да, Санч? Настоящего увидели тигра вы сегодня? Ну, погладить не удастся, он хищник. Я хочу поговорить. Да, сейчас пойдем до жирафок. Пойдемте, это мы потом купим. Да? Они на меня и что-то едят. Угу. Они на нас. Да, вот тоже можно купить. Футболочки разные. О, белый медведь. Лиз, садись, папа, Лиз. Сэмчик, давайте. Это мой друг. Ага. А. Дайте поесть белке. Ты моя красота, ты голодненькая, да? Залезла в мусорку, взяла себе картошку фри. Мы возьмем мороженое. Попкорн здесь такой, не с карамелью, он будет такой как бы не очень. Он же сладкий? Не, этот не сладкий. Думаешь? Это обычный. Ну, не, он не, этот не сладкий будет. Что-то будет. Да, оно видно просто, без карамели оно. Не, он помазанный чем-то. Папа хочет попкорн, возьми, Максим, попкорн еще. Попкорн? Угу. Он сладкий, спроси. Не знаю. Спроси. Не. Там написано. Соленый. Соленый. Ну, видишь, я же тебе говорил. А можно я себе большой возьму? Иди. Так, подарочек. Привет. Я твой подарок. Да. Маску опусти пока. Опускайте маску.